Так, я продолжаю запись. У меня не было 35 минут. Время обработки сколько прошло? Вот сейчас 25. Я прошелся даже не по всем местам. Я знаю, есть яблоки. А по тем, что прошелся, собрал даже не все яблоки. Вон пакет стоит. И этого на двое-трое так точно хватит. И там половина обрезаться еще будет. Да яблок полно на поселке. Люди не понимают, что они теряют. Мой вес. Уходил было 77. Ну я так яблочки пробовал. Большинство грамм напробовал. Моя ягоня уже своя, походу. А половина своя. В этом году, по крайней мере, тоже. Как-то так. Хороший яблок, но, конечно, не белый, но видно. В одном месте белый навес, только во дворе растет, и там яблоки гниют, и потом выбрасывают прямо на огород, там даже выбрать нечего. Хотя один раз, ну, вот, надо когда приходить. В общем, тут не поселок просто, а чудо. Летом здесь хорошо.
И так, 2 гигабайта, в результате получилось 198 мегабайт. Качество, конечно, уменьшилось, это все-таки видеомастер, а не... Так, попробуем. Ну, MP4 на YouTube там можно будет. При просмотре этого видео, в настройках, рядом с видео, там внизу значок колесика есть. Шестеренки, наверное. Такой звездочки, короче. Да. И вот он нажимаешь и настраиваешь, что-то не знаю. Самое главное, блин, загрузить это все.
22 минуты.
конус рассказ, когда мы росли на Полтаву. Значит, мы сели сначала в легковую машину, доехали до определенного места, там мы пересели. В этой машине мне на скорую состряпали справку переселенца, и мы поехали через блокпосты. Но не через центральную, а там в объездную. Там все было уже на мази. Нас не обстреливали, никто не стреляли, но водитель, когда ехал, говорил, что по этой дороге ехал утром, там были рвы от снарядов, короче говоря, что утром их еще не было. Но мы доехали нормально. Сильно переживали, что же там может получиться. В машине ехали я, водитель, еще двое пассажиров. Один из них мужчина, лет по 55, может, чуть больше, чуть меньше, не знаю. Он говорил, что утром, в тот день, в одном из оккупированных Донецкой области городов или населенных пунктов попал снаряд именно в дом его дочери. И она погибла. Вот. И он ехал к ней на похороны. До этого также говорил, что он потерял своих сыновей, двух сыновей, и остался один. Вот. Жалко было мужичка. В машине он пил таблетки, чтобы успокоиться, а успокоительное мне сердце начало болеть. Вот, а потом уже, когда мы вышли, делали пересадку, достал сигарету, стал курить. А раньше 2 года уже не курил, все равно начал. Вот такая вот история. Машина, конечно, на каждом блокпосту. Нервничали, переживали, каждый раз мне было говорить разное. Первый раз, что мы едем из Донецка, другой раз из ближайшего пункта к этому блокпосту, ну и так далее, на раз 10. Вот. Меня проверяли, но мой внешний вид, короче, борода как-то подозрительная показалась там. Ну, все нормально получилось. Мы доехали до Константиновки, прям ближе до вокзала, и через там полчаса уже был поезд на Полтаву, на Константиново, Киев даже. 2 часа ночи. Приехал. Начало 2. Билет стоит 50 гривен, нормальность. В поезде бабулька одна разносила там цепочки с крестиками, всякую разную такую билибриди. Мне сказала, что он серебряный. Я в поезде при том освещении пытался разглядеть пробу. Спрашивал у нее, где же он тут серебряный. Она на цепочке там показывает. Ну там должна быть проба. Она говорит, мы сами делаем эти крестики на заводе, нам деньги не дают, выдают товар. Короче говоря, она меня обвела вокруг пальца, но я тогда уже понял, что нифига он не серебряный. Но мне нужен был крестик. Вот. Я просто очень боялся, что могу не уехать. Я мысленно уже и молился, и крестился. Я просто сказал, что я готов расстаться со всем, что у меня есть. Точнее, совсем, что у меня это на тот момент было. Вот, только бы доехать до Полтавы. Вот, но я успел и на машину, и за вещами. Все-таки доехал до Полтавы, в результате я не смог ошибиться. Ладно, об этом уже дальнейшем. В крайней мере, я остался жить. Жалко, сыновей потерял дочь. Очень жалко.
Так, пожалуй, я остановлю запись. Сейчас этот файл закончится. 2,5 часа, уже почти 15:47. Буквально 5 минут, я опять возвращаюсь.